Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Подскажите, как быть, если очень чутко сплю? Раздражают часы, любой шорох, даже если муж чуть-чуть повернется на бок, я сразу просыпаюсь. Из-за этого уже начали спать в разных комнатах. Ну, здесь, во-первых, нужно узнать, сколько вам лет. Во-вторых, нет ли у вас физиологических причин для такого состояния, потому что такие причины могут быть, именно вот физиология может здесь, конечно, играть свою роль, вот, довольно большую, кстати говоря, может играть роль, вот, то есть различные физиологические аспекты. Вот, поэтому я бы не стал бы так вот сразу в этом смысле, ну, как-то вот на психологию смотреть, да, потому что есть, есть элементы, которые находятся как бы ближе к этому, да, есть элементы, которые находятся как-то вот, они более, ну, более плотно находятся. Ну, вот, к тому, что вы описываете. И, соответственно, мне кажется, что не совсем корректно здесь, в этом смысле, как-то вот говорить, ну, про слабый психологический аспект. Вот, поэтому обязательно уточните этот момент у врача, если у вас есть такая возможность, обязательно, ну, поисследуйте тогда этот аспект, вот, потому что это может быть весьма, весьма важно. Следующее, на что хочется обратить ваше внимание. Значит, когда человек спит, точнее, даже не так, когда человек ложится спать, только, вот, то у него появляется время, ну, подумать, ну, появляется время подумать, появляется время на то, от чего он обычно убегает. Вот. Ну, не всегда, конечно, но появляться. Вот. Дальше. Значит, что хочется еще сказать? Еще хочется сказать. Вот, что он, если в течение дня, да, вот, как-то вот вы себя сдерживаете, да, если вы в течение дня как-то вот, ну, не даете себе, значит, ну, что-то реализовать, да, если вы не даете себе в течение дня как-то вот отреагировать на, ну, какие-то вещи, которые вот, ну, в вашей жизни происходят, ну, по той или иной причине, то это, конечно, ну, как-то вот, естественно, ну, перенесется, вот, на ваш сон, к сожалению.
Вот. Поэтому я бы здесь посмотрел, да, вот не испытываете ли вы тревогу. Такую тревогу, достаточно вот серьезную тревогу, может быть. Вот. То есть нет ли у вас вот этого вот ощущения, да, что вы находитесь в постоянном напряжении, вот, ощущение, что вы находитесь, вот, как-то в постоянной угрозе, да, вот. То есть это, конечно, очень важный момент. И, соответственно, проанализировать его, ну, как-то вот необходимо. То есть вот необходимо это сделать. Обязательно. Обязательно. Необходимо это сделать. Вот. И, соответственно, уже дальше смотреть, да? Ну вот, например, что вы можете изменить? Как вы можете, там, грубо говоря, подкорректировать то, что вот, то, что там происходит? Можете ли вы это сделать? Хотите ли вы это сделать? Да, как бы. Вот. То есть это очень важный аспект. И, соответственно, на мой взгляд, с этого нужно начать. Да, отношения с мужем, конечно, требуют вот тоже какой-то коррекции своей, ну, безусловно. Потому что, ну вот, спать в разных комнатах, опять же, если, там, ну, грубо говоря, вы, там, к примеру, недавно только поженились, или если вы, там, не живете там, вместе, там, 10-15 лет, 20 лет, это тоже, конечно, большая проблема. Вот. А тут может быть по-разному, конечно. Тут, ну, безусловно, может быть по-разному. Может быть, в этом и нет никакой проблемы, то, что вы остались под разных комнатах, но, тем не менее, вы об этом говорите, соответственно, ну, это вот необходимо, да, как-то вот, ну, поисследовать, да, вот, необходимо это изучить, чтобы вот, опять же, не разрушать. Ну, не разрешать отношения. Вот. Понимаете, да? Какая штука? Тут, опять же, нужно смотреть на этот момент. Вот. Такая вот история. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, так бы я вам ответил. Вот. То есть, ну, бессонница, чутка сон, да, это вот про как раз тревогу, про сдерживание себя и так далее. Но есть еще такой достаточно важный момент, как мне кажется, и этот момент касается того, что у вас может быть такая нервная система, просто. Вот просто такая нервная система у вас. Вот. И опять же, это можно скорректировать, но здесь нужно понимать, что как бы, ну, ограничения. Присутствует ограничение. То есть, может быть,
получится, может быть нет. Может быть, вы сможете как-то это подкорректировать, может быть нет. Вот. Я бы так сказал. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.